О, всех приветствую. Сегодня вам покажу вторичное оружие Эпитаф. Очень здоровское оружие, мне оно понравилось. Имеет два типа стрельбы. Заряженный и скоростной. Скоростной тип стрельбы накладывает большое количество статусов по области. В основном для заморозки. Два выстрела сделали и видим 4 стака холода плюс статусы, которые мы поставили в оружие. Посмотрим, как оно себя покажет в деле. Начнем с легких мобов. 180 уровень пулеметчик. Сделаем два выстрела под ноги. Ну и один выстрел в голову. Второй выстрел. Хорошо. Умерла со второго выстрела. Следующая умирает с одного выстрела. Третья также. Четвертая умирает уже с одного выстрела. Но роботы с одного выстрела не умирают. Если так. Один умрет, другой нет. А нет, двое умерли. Стреляем Эксимусом под ноги. И один выстрел в голову. Не ожидал. Как видим, оружие справляется с 180-ми Эксимусами просто отлично. Робот. Бомбардировщик. Бомбардировщик и Эксимус, пулеметчик. Умерла. Бомбардировщик. Робот. Не понял. Еще разок. Теперь понял. В общем, в обычной миссии не будет такого, чтобы все стояли и ждали, пока им выстрелят в голову. Чтобы стрелять им в голову, подбегаете к толпе, закидываете их быстрой атакой. И пока они сильно замедлены, делаете один выстрел в голову. После чего все остальные враги будут умирать с одного выстрела. С одного. Все. Какой билд использую я? Сейчас покажу. Никакой помощи от вульпофилы. Никаких модов для пистолета на варфрейме нет. Конкретно сам пистолет. Удар осы, стандарт. Гальванизированные моды, как обычно. Кровоизлияние. Отлично работает на этом оружии. Напалм для урона огня. Искатель предвестника. Пакт предвестника. Отличные моды для поддержки бессмертия любого варфрейма. Ну, у кого есть щит. В маленьком объеме. В общем, кто знает, тот знает. Чилгейт, штука клевая. Мистификатор. Вторичный выстрел в голову. Ну, выстрелом в голову убивает все ваншотом. Сами видели. Мод разлома у меня на токсичный урон и урон электричества. Также с пронзанием на вылет. Мне повезло. Получил халявную коррозию. Жаль, без минуса в моде. Ну и так, пойдет. Если хотите посмотреть на билд без мода разлома, то убираем напалм и ставим два мода. Чумной пистолет и обморожение вместо вот этих двух. И все. Будет работать практически точно так же. Отлично, убивает все подряд. Огонь, взрыв, коррозия. Огонь, коррозия. Здесь холод хоть и не показан, но он все равно стакается на врагах. В любом случае. Даже если не отображено, все равно стаки холода имеются. В
Очень рекомендую. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до самого конца, подпишитесь на канал. Пока.